Добрый вечер. Да, это действительно программа «Вавилон», и вас приветствуют ее сегодняшние ведущие Юлия Утышева, Валерий Поташов и Алексей Уккани, который в настоящий момент уже принимает по телефону 7-48-58 ваши стихотворные поздравления с Рождеством. Добрый вечер, вы смотрите новости телеканала «Ника Плюс». В Вавилоне живет много людей. И тех, кто ежедневно совершает намаз, и тех, кто празднует Рождество по нескольку раз в году. Программа Карельского радио «Вавилон», я думаю, вам известна. Сегодня радио «Вавилон» вещало в прямом эфире. Так сказать, предрождественское поздравление любимым слушателям. Те, кто ловил все это дело прямо из эфира, могли, позвонив, представить на конкурс свое новогоднее стихотворное поздравление. Елизавета Иладовна, а фамилия ваша как? Так, 70 лет вам. Вот еще следующее стихотворение. С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю, чтоб шампанское стреляло и всю ночь вас поздравляло. Спать, дремать под Новый год может только рыжий кот. Ну, я говорю о зоологическом оттенке. Вместо водки пить коньяк, на закусочку судак, новогодний торт потолще, за столом друзей побольше. Чтобы пить и не напиться, и под елку не свалиться. Так, где же продолжение? Чтобы Дедушка Мороз вытрезвитель не увез. Победитель конкурса получал бутылку шампанского, но это не главное. Главное, впервые в прямом эфире был проведен спиритический сеанс. Правда, наша камера в этот момент встала, а явившийся дух Наполеона сниматься отказался категорически. Жаль, но это тоже не главное. Итак, сегодня накануне Нового года и Рождества, хотя многие отмечают Рождество 7 января, мы хотим пожелать доброго настроения, счастья и удачи. И слушайте радио Карелии, конечно, программу «Вавилон». Еще, пользуясь случаем, хочу поздравить собственную супругу с днем нашей свадьбы.